В этом году у нас в Кировской области весна ранняя. Сегодня 26 апреля, и я начала поэтапную высадку рассады томатов в теплицу. По центру теплицы посадила свой любимый сорт, назвала его «Бычье сердце». На самом деле не знаю, как он называется. Это мои семена, которые я уже сажу лет 10, которые всегда меня выручают. С торца теплицы посадила первый раз в этом году сорт помидор «Любовь F1». 3 штучки. Сорт помидор «Финики» садила в прошлом году, очень понравились. Урожайные, янтарного цвета, очень много на кусту. Слева от теплицы традиционно уже много лет сажаю сорт помидор «Хурма». Сорт урожайный, плоды ровные, оранжевого цвета, не кислые, отличается длительным хранением. Семена свои, отличаются лучшей всхожестью от магазинных. В этом году рядом с хурмой сажаю сорт помидор «Негритенок». Сорт сладкий на вкус, невысокого роста, но сажу его немного, несколько штучек. Сорт помидор «Чепецкий». Сажу справа от теплицы 5 штучек. Рассада слабенькая, на дно каждой лунки ложу перегной. При высадке помидор обильно поливаю лунки. После обильного полива помидоры укрываю спанбонтом. А пока помидорки подрастают, для рационального использования земли по краю сажаю различную зелень. Рукулу, редис, шпинат, свеклу. Сажаю поэтапно. Здесь только начинает сходить крест-салат. Здесь взошла уже рукула. Ну и первый урожай зелени из теплицы. 27 апреля 2023 года. Семена для зелени покупаю в обыкновенных простых пакетиках и использую в течение всего дачного сезона до поздней осени.